Здравия желаю. Продолжаем репортаж о вечном двигателе. Утром был репортаж. Мотор проработал где-то с 8 утра. С 8 утра тут. С 7 утра до 12 дня. А сейчас я поставил помощнее, то есть удалось увеличить мощность за счет увеличения мощности вот этого. Выпрямитель-то был на 18 ватт, а это на 60. То есть, видите, обороты стали больше, где-то в два раза быстрее. Время поменялось, значит, 5 секунд совершается. Работу 25 секунд возвращает топ-7. То есть для дальнейшего наращивания нужно строить мощный маховик. Но это в квартире не построить, то есть это на заводе, наверное, мощный маховик. И сразу, значит, подавать большой импульс, разгонять его. Подает большой импульс в течение, допустим, 30 секунд или 10 секунд. Разгоняется до скорости бешеной. Вот. Потом минуту стоит. То есть отдает мощность для, как говорится, для генератора, для работы, для чего угодно. Также можно применять трамвай и так далее. То есть для этого всего нужно средства, как говорится, запчасти и так далее. А пока это работает так, сейчас 25 секунд. На 25 секунд и 5 секунд, 5 секунд работы, 25 отматывает. То есть этот ролик второй выпущен для того, чтобы показать, что мощность, что я вот сейчас вот за сегодня уже в два раза увеличил. То есть мощность, эту систему может работать, мощность можно увеличить бесконечно по этой схеме. Но для этого нужна помощь народа.